Иранский меджлис обсуждает конфликт, армяно-азербайджанский конфликт. Что ожидать от этой, от этого? Ну, учитывая то, что решение ими уже принято, что 45 тысяч вооруженных людей КСИРа с крупнокалиберной артиллерией и разными другими вооружениями стоят прямо там, на границе, они заявили, что мы этого не допустим. И тут возьми, да и вспыхни эти протесты, понимаете? И они тоже пишут, они говорят, а кто это делает вообще? И они опять говорят, ах, эти пантюркисты. Ну, это на телеграм-канале КСИРа, это можно все прочитать. Это же подогревается, и это выгодно и Западу. Теперь скажем так, если Запад до такой степени, и, собственно, в сухом остатке, а что, собственно, Пелоси сюда приезжала, чтобы погрозить пальцем и сказать, чтобы Армения не принимала иранскую помощь. Все, больше ничего. Вот это сухой остаток, понимаете?